Волшебный мир кино. 27 августа кинематографисты отметили свой профессиональный праздник – День российского кино. Слова, сказанные около 90 лет назад, из всех искусств для нас важнее всех кино, актуальны и по сей день. Крымское муниципальное бюджетное учреждение «Киновидеозрелищное», а проще говоря, кинотеатр «Русь» – одно из лучших в Краснодарском крае. Участие в краевых и муниципальных программах позволило учреждению сделать стремительный шаг вперед. Фильмы в формате 3D сегодня можно посмотреть и в Крымске на большом экране, в уютном просторном зале. Здесь присутствуют те люди, которые всю свою жизнь, весь свой профессионализм, всю любовь, все свое сердце посвятил этой отрасли, этому искусству. Я хочу пожелать лично каждому из вас крепкого здоровья, семейного счастья, мира, благополучия и низкий поклон вам за ту работу и тот труд, который вы проделали и делаете в отрасли кино. Сегодня кинотеатр «Русь» переживает второе рождение. Современный вид зданий, интерьерный дизайн и благоустраиваемая прилегающая территория – все это киноцентр будущего. Профессиональный праздник, много теплых и добрых слов было сказано всем собравшимся в зале. В их честь пели песни солисты МКЦ «Русь». Лучших работников наградили благодарственными письмами и подарками. Наша маленькая киноиндустрия стремительно развивается. Благоустраивается внешний вид кинотеатра. Благодаря районной администрации, именно главе муниципального образования Крымский район Анатолию Владимировичу Разумееву, уделяется пристальное внимание развитию киноотрасли. От всей души желаю творческих успехов, побед и всего-всего самого доброго. Накануне профессионального праздника творческий коллектив «Киновидеозрелищного» написал свой собственный гимн кино. Светись экран на радость всем крымчанам, уютный зал, встречай своих друзей, спеши в кино от всех телеэкранов, навстречу вечной юности своей. Наталья Корня, Александр Недобежкин, новости 24 Крымск.